Братишка, всем привет, всем спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно комментируйте. Комменты самое главное для продолжения моих видосов. Приятного просмотра. Да, слухай, слухай. Сири зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Окей, мистер Хэнк, и что ты говоришь? У них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. С кем? Ладно, с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоун и подойди к алтарю. До окей. Тебя дотронутся или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Спасибо, мистер Хэнкс. Нам, кстати, далеко ехать? 3 километра, окей. Ребятушки, мы добрались. Тик, я так понял, нам треба перемотать, да, трошки? Ой, почему я не мог его нажать? Давай подождем, покурим, поплюем. Ребят, не забывайте прожимать комментарии, спасибо. Спасибо огромное. Опа, мы дождались. Можно заходить, да? Да? Бомж, ты что, спишь? Киану, ты или это? Не. На раньше с Watch Dogs'а похожий. Заходим. О, тут секта якась. С посредником у алтаря. Ой, ты чё, меня за руку схватил? Да. Мы тебя ждали. Понимаю. Это ты заказчик? Наверное. Мне наконец расскажут, что надо делать. Я Нига, это ты? Что мне с глазами? Не походу обдолбанный. Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Блин, обдолбанный, у него очень червоне. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Окей. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Окей, уходим тогда. Мясная лавка, да? Она далеко? 80 метров. Ну, тут мы пешкарика мотнемся. Нас выбегает тупо со скоростью света. Блин, я всякой всякой херни тут сделано. Вот разработчики тут. Ну всякой, они что делаются, наверное, 5-6 над этой игрой. А где? Ага, вон. Мне нужен Пласид. Еще один нига. Бабуля, ты что? С тобой все нормально? Пласид, что тупой? Ищи там. Ищи там. Ищи там. Ищи там. Как? Не сюда можно? В смысле ищи там? Куда мне идти? Исит, гади. Вот, гляди. Я не понимаю, посмотрите в камеру. А. Все, понял. Ага. Спасибо, захожу. Я не сразу понял, а потом как понял, ребят. А, это херови. Сбой рабочий биощипа. Херово. Зараз Киану появится, да? Джонни Карвахальчик, как меня звать. О май, о май. Нам куда? Найти Пласида в магазине, да? Подожди, нам... Дядь, ты? Дядь, ты не? Не? Первого. Я к вашему главному. Где он? Спасибо, дядя. Ты, конечно, не разговорчивый, но спасибо. Ты Пласид? А, да. В часовне сказали... Нихера себе брутальный мужик. Блейд. Блейд. Мистера Хэнс. На минималках. Он сказал... Чтобы куропаточку шишки. Щелк, и немає головы. А четко, кстати, сделано. Мне нравится, как он и проработал это все. Не здесь. Пойдем. Не здесь. Пойдем. Идем. Дядько, идем. Спасибо. Куда мы идем? Мы идем? Пасифика. Что это? Дядько, куда мы идем? Сюда. Сюда. О, а что ты там стреляешь? Я хочу остановить? А, всем похер, да? А, це по город, чи либо це кінозал якийсь, так, уже кінозал, господи. Хто мені треба... Ні, не знаю. Нет. Ви не то, щоб розстилаєте. А в мене машини нема, бо мені треба її купити, хто шарить? Этот район строился, чтобы... А, ти може, ти теж міг бігати, да? Дядь, давай побігаємо. Замкнутий круг. Корпорати кормять курицю. Вона несе дзвонки эти. Дядь, давай бігати. А, ти не хочеш бігати, понимаю. Нас интересует Гим. Никита не очень.
парень. В мозгах височки, в ухе кого-то медведя. Ты что, хищник? До прошлой недели он был заброшен. Понимаю. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Куда ты пришел, дядь? Че ты ходишь, начал какався? Мойки же рыбасик. Ты че так базаришь, пчеляв? Седла за Пласидом. Легко. Так что ты за сбоище бомжай? Это такая булочка какая-то такая. Не очень, если честно. Да, это. Пласид, мальчик. Это тетёчка его. Куропаточку принеси. Чиназы, сладка. Чиназы, сегодня все. Сегодня ночью нам полно. Взяточку дал тупо. Понимай, мир. Пошли, уже недалеко. Окей. Что сегодня в меню? Увидишь. Я ушел. А, все, прошмандовочка, ну, покажись. My girl. С валами хуя челики. Тёлка с калашом ходит. Понимаю. Раньше имела дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из Гима? Поэтому я здесь. Дядь, давай бегом, что ты как старый пердун? Ты знаешь. То охраны, конечно, моё почти... Идите, Ханюк, типа, блин, хорош. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики. Без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Они оттуда не выходят. Сколько их там, примерно? 30, может больше. Нихера себе. Винина, нам сюда. Кто такая Винина? Сиди. Прессиста, да? Когда я увижу Брижит? Когда? Потом. Ника, когда? Сначала заказ. Я не успел вернуть руку. Аня сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Да. Охеревший парень. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. Ты чё? Не нравится мне всё это. Я к ним все чутненько такое протяну, но и всё. Кто-то не будет тебе по ушам ездить. Опа, Джонни. Почему вы своих в гим не пошлёте? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я да. Тебя проверю. Не, у него, конечно, сарачка прикольно, коготь. Медведя чей кого-то. Этот чип. У него нет сигнатуры. Джонни, что там скажешь? Для чего? Джонни, что ты там шухастью потылицу? Он все равно поврежден. Как? Я получила пулю, чип перестал работать. Вот как. Видели ее реакции? Ну, что скажешь, я гожусь для работы? Угу. И что делать? Нихера себе, что-то им тут взлом. Миша, мозги мне не взлом. 35.07. Три секунды раньше. Бум. Бада-бум, бада-бум. Мы хотим знать, откуда камионет приехал. Довольно навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Чтобы там... Так кто пришла? А, пришел. Что это за черная пантера пришла? Похоже, животные тут ни при чем. А, Джонни, ты тут они тоже? Просто охранники. Джонни, что там делается? Кто-то с полным фургоном на транерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Да. Угу. Начни с камер. Не светись. Просто смотри, что... Я подключил тебя к резервуару нашей сети. Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Понимаю. Я проведу тебя через гим. Давай. И еще один голос в башке. Та-да. Плюс два тупо, понимаю. А, следить за мной будешь? Вот она доверие. Ладно, что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Окей. Мы закончили. Смотрю, вы не любите чужих. Пошли. Таких, как ты, видно. То есть, мы это еще обсудим.
Да, ми ще побазарим. Кучеряві, мене пропустити чи ні? Ти? Да. Слушаю, що? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Охеренно. Угу, вроде да. А, далеко об'єкти? 450 метрів, окей, давайте ми тоді на тачки. У мене її немає, але ми її купимо скоро. Вуличка така собі, якщо чесно. Це мої люди, поговори з ними. Окей. Давай побачимо. Кучеряві? Да. Где вход? Мне сказали. Здорово, парниша. Ты куришь? Да, в гараже. Сзади. Окей. Тихо, ладно? Окей. Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь. Все тихо. Ну и славненько. Никаких перемещений? Ну, они выбрались за едой. Шлепка? Видите, какие они шлепки? Как вы на нее не спадаете? Лол. Ладно, побежали. Ты будешь бегать, чи не? Ніхіра себе запасний вход. Подивіться, тут все розбите, тупо розваляно. Це, ну, такий, типа, район, за яким не сидить город, мерія і так далі. Не теряй время. А що, ти заскучав? Втім, але на нас нападуть чи ні? Много не буває, чума. Качайся, пей сок і не отривайся від стаї. Можна хоч минуту спокійно постояти? Ні. Що нам треба зробити? Діва мені звіря. А, ты хочешь стрелять? Да ты что, дядька? Нифига себе, какая покруп. Нифига себе, бички, вы что? У меня катана есть, дядь. Дядь, катана. Я руку тебе зарезал. Ой, тун еще зарезал. Ой. Ой, 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 ой. Фу, фе. Я подивіться на цього красавчика. Ммм, який парень. Пошли. У мене Патріку немає, да? Так, взять все. Лутики треба обов'язательні. Тут ще якісь будуть кучерявенькі хлопаки. Давайте, двигайте жопой! Камера, да, есть? Ніхера себе, прям в бошку хедшот. Оце я понимаю. Так. Дядько, ти... Ой. Оця пушка хороша, я з двох вистрілів розвалю. Бейк біжить. Мімо. Що, упав, да? Держаться! Гуляйся. Бекевич, що? Бекевич, що, охерели? Ну чё так кучеряво базарите? Що на мене хтось буде їхати, я вас буду всіх розвалю. Так, найти фургон. Вижу. Проверяй кам'юнет. Ладно. Так, нам куди? Нам наверх, да? Беки є? В коридорі камера. Обойди. Вона робоча? Ти говорив, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Животные починить. Не лезь. Агент хочет тебя отрезать. Нихера все. Быстрее. Проверь кабинет. А подожди. Дай мне развалить чисто. Нихера ты жесткий. Когда руки не мая. Когда руки не мая, дядь. Что у нас тут лежит? Нам куда? Нам туда, да? Найти фургон. Ой, прям в голову попал. Ты куда бежишь, Алёш? Алёшенька, ты куда бежишь? Нам не трапахи... Подстрелил, падлу! Як тут мне... Хилку треба. Як открыть? Как открыть? Я не понимаю, найдите фургон в фойе. Я не могу открыть. Мне треба хилиться. О. Так, подождите.
Почему я не могу открыть? А что я могу стрелять, а дарит какой-то может? Лол. Я попал. Сейчас разберусь, а что за херня, и вернусь. Подняться, ребят, на другой этап надо было подняться. Главный атриум. Лол. Кдашимся? Окей, хорошо, поищу зараз. Бакевый, чё? Еще один есть. В голову треба стрелять. Убила, сука! У мене баки агриться. Так, ну куда? Нам сюда, да? Ладно, два мы можем отбить, перебить, да? Ага, фургоны, всё. Ой-ой-ой. Окей. Надо ки убить. Як його убить, без поняття. Оу, май. Що це у нас тут таке лежить? Граната? Як граната кидати? Як гранату кидати? А, ну, є. Кто стреляет? Нам тут всем пизда! Согласен. Дядь, лови гранату. Давайте просто побежим вниз и все. Мы можем сесть, не? Фургон есть. Что дальше? Ага, взять врагов у фургона, лол. Сейчас, сделаем. Еще раз. Все есть. Чтобы хилиться. Хилка. Давайте ще щелика розвалим. Ой, да? Амінь, да? Пусть за все заплатят! Дядечка, иди сюда, маленький. Золото моє. Золото моє. Да ша, Леша? Все есть? Есть, да? Ну все. Или не? Или не, да, не. Дальше, ага, все, Алёша есть. Рашим, тупо пушим. Ой, хедшот, да? Еще один Гриша есть. Блин, их до херища. Треба трошки похилиться. Ну все. Подключитесь к фургону. Ага, понимаю. Давайте, человек-паук. И человек это делает, дядюшка, что нам дальше делать? Что, что и я? Скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Аквы. Кто эти они? Дозор. Хороший вопрос. Они ведут на нас охоту. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти.
Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Отца тоже говорит. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Окей. Подожди. Что делать, если я найду? Что делать, если я... Сейчас-то я лично тебе расскажу. Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. Заковлю на дверь. Я ее открою. Зубаки захерніші, коли їх зараз їх розвели, да? Либо просто бігти. Як мені піднятися на другий етаж? Подождіть, як мені піднятися на другий етаж? Так, челіка лутане. Окей, піднімемося, знайти агента кінотеатру, окей. Найдемо його і посидіть вже рядом. Понімаю. А бекі? Беків немає, да? Ілі єсть? О, май. Побідіть... А, це босс, типу, да, якийсь? Лол. О, ти що? Альт. Нравится! Нифига, они меня зараз завалить. Катанами, конечно. Давай, давай. Хилка, хилка, хилка. Все, мне хана, да? Или нет? Где он? А, все. Босс. Пласид, в чем дело? К тебе ловится агент. Я им займусь, не отвлекайся. Окей, хорошо. Сейчас мы ее развалим. Окей. Сейчас. Окей, найдем сейчас его. Жди, я куда идти? Не сюда пішов, правильно. Давай лутанем все, дядю. Думаю, с нее хватит. Ага, окей. Подожди, нам сюда, да? Тут такий запол. Як куди далі йти, не розумію. А. Не розумію я. Кажу, нам треба на другий етаж, да, якось піднятися. Нам сюди. Ага, нам сюди. Понимаю. Ну бос такий був, у мене просто оружие було. Ну, я думаю, у мене розвалось. Да. Сначала. Пласид? Эй, тише, тише. Это чё? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной базой. Зачем? Выиграл немного времени. Зачем? Все, давай перейдем сразу к делу. Не дай мне объяснять. Брайс Мосли. Нихера себе. Что с твоим лицом, дядь? Поговорим. У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал. Отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Давай. Мне нужна инфу. Мама Брижит. Главная вудуистка. Инфу давай, мраз. Мраз, бо голову дам. Прихвостень Ти Нептун заморожена еще с тех пор, как мы установили... Что он не показывает, что туда треба идти? А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Ну, типа. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Ну, потому почему? Что ты враньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех раньонов. У тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? Зачем они игра показывает, что туда они пробойти? Уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелет, скотина. Обрабатывает тебя. Джонни, ты чё? Я проверяла. В системе все чисто. Да? Я к ним туда попасться. Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. Давай, кучеряю, проведем диагностику, сейчас увидим.
Ой, что она нашла, да? Ви. И? Все окей. Никаких следов. Сделай еще раз и сравни с последним результатом. Давай. Попробуем. Интересно. Мне аж интересно уже стало. Ну и чё? Идентичны, да? Да. Это не настоящий скан, это копия. Ладно. Что ты предлагаешь? Разумный компромисс. Я выловлю вирус вудуистов из твоей системы, а потом освобожу Брижит и Ти Нептуна. Они проснутся, как ни в чем не бывало. Даже и не вспомнят. Так красиво рассказывай. Ты просто меня отпустишь. С данными, конечно. Хрен тебе. Ну что? Решай быстрее. Мы не договариваемся, не знаю. Давай, ладно, хорошо. Окей. Давай. Я знал, что мы с тобой договоримся. Пиздец, Ви, ты охуела. Ты чё, Джонни? Поговорите с агентом. Что за чип? Мозги только щелк и все. Разбавил бой. А, чуть не забыл. Блин, обдурел? Наемница уходит. Не трогайте ее, она теперь с нами. Надеюсь, обойдется без проблем. Покинуть ее. Удачи. Думаю, еще встретимся. Пока, дядь. Я не знаю, я правильно зарубил, че не. Мне кажется, что зараз будет... Миссия завершена, да? Я эту суку пополам пошел. В чем дело, Ви? Ты не в сети. Ничего не вижу. Брижит и тот второй. Они вернулись? Кто тебе? Да, мама Би проснулась. Отлично. Мне с ней надо поговорить. А что с дозором? Я разобралась. Мои люди ждут у входа. Понял, жду. Ребятушки, не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайки, лайки, колокольчики. Особенно комментировать. Всем спасибо за просмотр. Лиль. Мы отвезем тебя к Пласиду. Я сама его найду. Давай, ладно, поехали.